Привет, друзья! Данный видеоурок научит вас импортировать пароли и закладки с Google Chrome в Opera. Для начала откроем Chrome. В правом углу нажимаем «Настройка и управление Google Chrome». Далее «Закладки». «Диспетчер закладок». В появившемся окне нажимаем на стрелочку возле управления. Из списка выбираем «Экспортировать закладки в файл HTML». Указываем путь и нажимаем «Сохранить». Закрываем Chrome и открываем Opera. В левом верхнем углу нажимаем на значок Opera. Далее нажимаем «Другие инструменты». Далее «Импорт закладок и настроек». Выбираем HTML файл закладок. Кликаем «Выберите файл». Выбираем наш файл и нажимаем «Открыть». Вот и наши закладки. Второй способ. Нажимаем на меню Opera. Далее «Другие инструменты», «Импорт закладок и настроек». Выбираем, из какого браузера будет происходить импорт. В нашем случае это Google Chrome. Ставим галочки по вашему усмотрению и кликаем «Импортировать». Мы успешно продублировали наши закладки. На этом наш видеоурок подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте внизу свои комментарии. До скорых встреч!